А у нас на вечеринке ТВ-шанс гостья из далекого Челябинска. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана Дегтярева-Перепелкина, город Челябинск, а родом я из Оренбурга. Расскажите нам, пожалуйста, о вашем творчестве. Я пою в основном свои песни. Я неожиданно стала их писать. Мне Господь Бог подарил такую возможность 14 февраля 2010 года, в День влюбленных. Поэтому и песни чаще всего о любви. Всем миром движет любовь. Какие вам нравятся наши исполнители из современной эстрады? Вы знаете, наверное, больше Жанна Бичевская. Я придерживаюсь классики. Ну, конечно, Алла Пугачева. Как вы считаете, какие качества в себе должен развивать артист? Я думаю, что самое главное качество — это искренность. А еще? Желание поделиться той энергией, той любовью, которая внутри тебя. А на заказ смогли бы написать песню? Да, уже написала несколько песен. Отлично. От мужского лица. Очень интересно. От мужского лица, наверное, сложнее писать, чем от женского. Я думала, что это нереально для меня, но казалось, получилось и неплохо. У нас на этого шансе вы впервые. Да. Мы желаем вам успехов. Спасибо. И будем рады видеть вас снова. Спасибо. Очень хочу снова. Мне вас очень понравилось. И атмосфера, и люди такие открытые. Ну просто я уже влюбилась. Спасибо большое. Приезжайте.